Всем привет! Так, наверное, я в этом году дождусь цветения этой розы. Orange Baby называется. Та, что я покупала летом, в самое пекло, в самую жару. Так, что я тут собираюсь делать? Хочу по минимуму немножко удобрить. Вот это все и раскислить. Земля тут уже после опада хвойного кислая. Розочкам дать раскисление. Вот это та розочка, что была в бутоне. Вот она, кто-то ее коцает, дырочки побил. Ну, я уже ничем не хочу обрабатывать сейчас. Это та, что я купила летом на рынке. Угу. Тоже миниатюрненькая. О, георгинки цветут. Вот это тоже пропало. Вот одна пропала. Ну, она то и зеленая, но она на исходе. Я вчера обрезала вот эту розу. Уже в который раз. Но она цветет все лето. Умничка. Цветет и цветет. И еще будет цвести до самых холодов. Я в том году видела. Так, сейчас берем вот это дело, рабочий инструмент. И мы с Борисом сюда по порядку начнем. По порядку. Да, Борик? Вот сюда хочу под деревом хосты посадить. Или, ну, не знаю когда, но буду сажать. Вот тут уже сидит одна. Это я буквально недавно пересадила. Возле беседки мне там, возле винограда росла. Вот это сейчас выкопаю георгинку. Вот у меня пропала розочка Вильям Шекспир. Ну, тут, конечно, и темно. Темно, плохо. Взяла ведро, перегну я. Сейчас сюда вот это выкопаю. И сюда посадю еще хосту. Тут будут хосты. Потому что тут под деревом темнота. Так. Вот там тоже хосты. Сейчас буквально небольшое время солнце попадает. А потом тут тень. И вот эта грядка меня интересует. Надо что-то с ней делать. Тоже. Я уже взяла вилы. Тут такая земля плотная. Тут так тяжело копать. Ну, сейчас что-то будем придумывать. Тут тоже у меня рост хост был. Это тоже я пересаживала уже летом. Вот тут она. Будут сюда ряд хост посажу. Тут им тенечек будет. Не буду издеваться. Вот тут молоденькие хосточки растут. Вот тут хорошо растет. Гортензия Анабелька была, но и тут темно. Темно. Вот эта альпийская горка пока еще мною не затронута. Красивая, красивая ты, да. Да, ты красуня. Ой, с таким желтым ободком, сама оранжевая. Вот это уже можно выкопать. Это двухцветная была. Кстати, семена есть. Семена можно собрать. А надо они мне. Ну, надо, не надо, ладно. Пускай будут, да? А вдруг что-то там голову стукнет. Я посею семена. Чуть-чуть собрала, пускай будут в карман. А корень я посмотрю, сейчас выкопаю. Может, там более-менее нормальный, то положу на хранение в подвал. Тут гортензии мои. Да, надо вам сюда.
перекопать вас и хорошо вас удобрить. Пока еще не очень холодно, знаете, когда похолодает больше, тогда не захочется тут ковыряться. Я не люблю, когда холодно. Когда холодно, люблю в доме сидеть. А пока погода хорошая, можно что-то сделать. Чего ждать? Освобождается уже огород, клумбы. Пока есть возможность, пока делаю. Не все сразу, потихоньку, но делаю. А вот когда наступят холода, дожди холодные, ну кто захочет тут ковыряться? Вы говорите, рано. Ничего не рано. Постепенно подходит осень, и ничего не рано. Это фитнес. Тут так давно ничего не копалось. Так тяжело копать. Грядка с черноземом утоптанная. Но я с ней поборолась.
красивый. Тут, в том георгинчике, что я собирала семена, там корешков и не наросло. Зато в желтеньком были корешки. Я оставлю, может быть, перезимуют. А может и нет. Они, конечно, небольшие, но попробую. Подсадила сюда хосты еще небольшие. Вот сюда в ряд. Ну, тут тенек, орех растет. И под орехом тут тень. Уже падают орешки. Падают. Розу подкормила. Гортензию, анабельку подкормила. Ну, пока все. Пока я довольна хоть так. А то тут вообще был караул. Сюда тоже в ряд высадила хосты. Ну, они сейчас к зиме пропадут. Но я надеюсь, что они весной покажут тут зеленую массу. Так. Идем дальше по порядку, да? Ну, будем по порядку продвигаться и по чуть-чуть все поправлять по-своему. Новая метла по-новому метет, по-своему метет, да? Так, мне надо еще принести навоза. Ой, как навоз расходится. Кстати, надо еще поехать набрать. Без него, конечно, труба дело. Все будет бледное, несчастное, худое. А надо, чтобы было жирное и сочное. Ладно, пошли работать дальше. Цветочки цветут, пока оставлю их, еще рано убирать. Тут цветут, потом я, или если морозом их прибьет, или отцветутся, буду тут дальше заниматься. А тут пока скопала вот там чуть-чуть кусочек, тут. Вот я удивляюсь, когда весной танцы с бубнами, с подсветкой, с подогревом, петуния не растет. А тут уже, глянь, самосевом. Скоро уже зацветет. Вот как так, а? Лето на воле. Она сама тут между камней насыпалась. И все, я буду тут цвести, сказала. Думаю, что же это такое? Мышку. Мышку утоптали мои котята. Уграли. Желтая была красивая мышка. Они вытащили ее во двор и все, уграли. Так, ну вот, пока так. Постепенно потом буду просуваться сюда. Еще же у меня тюльпаны не посажены. Ну, еще время есть, посадим. Вот тут я под розочкой с этой стороны тоже хосту приткнула. Сейчас все полью. Подмету двор. Я тут понасыпала. Вот тут ряд получился хост всяких прекрасных, да? Вот, при входе. Раз. А тут хосты. Не знаю, как они будут тут расти, но посмотрим. Ну что, тут даже бархатец цветет под самой кроной. Может быть, и хоста тут приживется. Приживется, потому что я смотрю, он там в темном угле тоже хоста растет. И вот это грядка
Очень тяжелая, очень. Я вила и согнула. Тут тоже ряд хост насадила, насажала. Вот, разные. Пускай растут, как хотят. Забор, конечно, у меня тут шикарный стоит. Мы с соседями договорились вместе его сделать. Мы могли бы и сами его сделать. С их стороны там шифером заставлено. Как-то он покрасивше выглядит. А с нашей стороны он вот такие гнилые доски. Вот. Ну, нам-то хорошо, мы друг другу заглядываем через забор, что там у них, что там у нас. Переговариваемся. Но вот этот внешний вид гнилых досок, конечно, меня напрягает. У нас то шифер остался, они не хотят шифер, хотят что-то другое. Ну, а делать некогда, некому. И вот так пока остается вот это неподобство. Уже потеплело, я разделась. Так, где мой веничек? Надо подметать и поливать. Косточки и все. Вилы еще хозяйские, советские. 2,90 цена. Вот. Я им уже... Люди пользовались, а я им уграла уже. Зуб. Зубья стоят как веером. Вот это мощь. Аля, какие они мощные, толстые, тяжелые вилы. Но это не для сена, для земляных работ. Вот. И я ему так вилы распальцовку сделала. Что значит земля тугучая? Еле-еле. Лопата там бы уже сломалась. А я вот вилами вот так. Может, Сашка выгнет. Конечно, были бы потоньше зубья, уже я их сломала. А так они, может, еще поработают. Распальцовка в другую сторону пошла. Жаль. Советские вилы Наташа может тоже сломать. Вон такие удобные. Хозяева, видно, они ими работали. Thank you.